Ночь искусств – уникальное событие, когда галереи и музеи по всей России работают допоздна и создают полное погружение в культурную жизнь страны. В этом году акция проходит 2 ноября под девизом «Россия объединяет». В художественной галерее в 18:00 для саровчан традиционно откроется выставка художников Сарова. Придут сами авторы, друзья, коллеги, знакомые, всех приглашаем и посмотрим выставку, которую художники готовили целый год. Они ездили в разные места, писали потрясающие цветы в своих садах и участках. В этом году особенно уродились подсолнухи, сирень, пионы. Это много разных авторов представило эти цветы. И в этом году, конечно, такой своеобразный рекорд по количеству участников. 60 авторов у нас на этой выставке, много новичков. На выставке будут представлены скульптуры и декоративно-прикладное искусство. Сразу после торжественного открытия зрители смогут вместе с саровскими художниками написать натюрморт с тыквами, урожаем и последними красками сезона. По предварительной записи юных гостей ожидают творческие мастерские, посвященные осени и нижегородским промыслам. Также участников «Ночи искусств» ждет большая кинопрограмма. Детям в 6 часов мы показываем сборник анимационных фильмов, а вот уже в 7 часов мы покажем для тех, кто постарше, старшеклассники и взрослые, мы очень приглашаем. Фестивальный показ будет «Мифы о березах», очень любопытный документальный фильм о наших великих писателях. И без 5:08 наш заключительный кинопоказ, он будет самый длинный на «Ночи искусств». Это фильм «Время собирать камни», и нам приятно очень, что наши саровчане покажут свое кино, творческое объединение, православное творческое объединение «Мир». Не менее насыщенную программу приготовила городская библиотека имени Маяковского. С 19 часов саровчане смогут насладиться музыкально-поэтическими выступлениями вокально-инструментального трио «Классик» и хореографического коллектива «Контемп». Все желающие могут совершить экскурсию по книжно-иллюстративной выставке, прижизненных изданий деятелей культуры и искусства, а также прогуляться в музей военно-морской славы, который пользуется большой популярностью среди наших гостей и горожан. Также можно посетить мастер-классы, например, научиться расписывать душистые пряники, освоить технику декупаж, квиллинг, пластилинографии. Мастер-классы для саровчан проведут сотрудники библиотеки и члены клуба художников «Арт-Позитив». Интеллектуалам учреждение предлагает поучаствовать в викторине «Что, где, когда» в искусстве, краеведческом квизе и посмотреть научно-познавательные фильмы. Всероссийская акция «Ночь искусств» – отличная возможность приятно и с пользой провести время в учреждениях культуры абсолютно бесплатно, без возрастных ограничений. Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».